Всем привет, ребята! Вы на канале Лепим Вместе. Я уже в своих видео много разных творений Тревора Хендерсона слепил, такие как мультяшный кот, мультяшный пес, мостовой червь, банан-пожиратель, сиреноголовый и так далее и тому подобное. В общем, много-много-много разных. Можете зайти на канале у меня все эти видео посмотреть и, конечно же, поддержать их лайком. Ну а в сегодняшнем видео буду лепить также творение Тревора Хендерсона, как бы, но об этом сейчас дальше я расскажу. Это Билл Шифр. Так что усаживаемся поудобнее, прожимаем лайк, подписываемся и ставим колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Поехали. Кто же такой Билл Шифр или же Билл Кипфер? Билл Шифр – это перерисовка Тревора Хендерсона из популярного телешоу Gravity Falls. Если вы смотрели, пишите об этом в комментарии. Он очень иллюзорен и может быть вызван только ритуалом. Для ритуала вызова требуется пентаграмма, изображение вашей жертвы, помещенное в центре с перечеркнутыми глазами, и 5 свечей, чтобы ритуал сработал. После завершения ритуала вы скажете фразу «обратное сообщение» назад примерно 5 раз. Затем откроется портал, замедляющий время и пространство, из которого выйдет Билл. Вопреки распространенному мнению, Билл не создание Тревора Хендерсона. Скорее, он происходит из популярного шоу Диснея Gravity Falls. И нет, это не золотая пирамида, как утверждает Кларк Титор.
Вот такой получился у меня Билл Шифр. Прикольный, конечно, персонаж, но я бы не стал его недооценивать, потому что он все-таки стрёмный какой-то, с одним большим глазом, таким огромным, который видит, наверное, вас насквозь. Пишите также в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я слепил из тех же творений Тревора Хендерсона или же каких-то других персонажей. Пишите в комментариях. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Также делитесь этим видео в своих соцсетях и с друзьями. Это очень поможет продвижению ролика. С вами был Андрей, канал Лепим Вместе. Всем удачи и хороших вам лепок. Пока.